Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Наши телезрители могут прекрасно экономить на интернете, потому что вам теперь незачем туда выходить. Все самые интересные кировские новости мы отрываем и показываем вам в нашем эфире. Новости! Первая радостная новость – парк активного отдыха на Филейке откроется со дня на день. Не все еще знают, но парк активного отдыха работает там уже давно. Открывается с началом сумерек и представлен такими локациями, как гаражи, трасса для убегания от подвыпившей толпы и таким видом спорта, как «Есть мобила? Позвонитинг». А вот тревожная новость. В Кирове хотят запретить парковку на проблемных участках дорог. Другими словами, в Кирове нельзя будет ни останавливаться, ни парковаться нигде. А вот тревожное, криминальное. Ворам, похитившим 27 айфонов из кировского магазина, грозит крупный срок. А девушке, выклинчившей на Новый год последнюю модель айфона, грозит отпуск на Мальдивах и новая шубка. В общем, не той дорогой ребята пошли. И последняя новость. В Кировской области январь объявили месяцем здорового питания. С этими новогодними праздниками как месяц встретишь, так его и проведешь. На этом сегодняшние новости закончились. Мы пошли за новыми в интернет. До завтра.